4 победы в последних 4 матчах. Конечно, это говорит о том, что мы потихонечку сыгрываемся, начинаем чувствовать друг друга, потому что полностью состав поменялся. Приехал один легионер. Ждем второго. Сегодня, как обычно, перед игрой было собрание. Посмотрели, что Москва делает. И последние дни непосредственно 6-6 больше тактически тренируемся. Акценты на подачу в первую очередь, потому что они, по сути, принимают больше всего вдвоем. Закрывают Капустину очень много. Вообще, самое главное – своя игра. Свою игру показать, то, что мы отрабатываем действительно тренировках, потому что иногда тренировки и игры немножко разные у нас происходят. В первую очередь нужно спрашивать себя и потом уже смотреть на соперника. Соперник действительно серьезный, уже 2 трофея в этом сезоне, и поэтому будет очень сложная игра. Нужно будет справиться в первую очередь с эмоциями своими и потом давить Москву. Когда мы выиграли, тоже, конечно, двух лидеров не было у них, да, и Перейра, и Гончаровой. Но все равно это какой-то дух победы присутствует, что шансы есть всегда. Неважно, кто стоит на площадке, всегда можно выиграть любого соперника. Главное в это верить. Сильный, сбалансированный состав с хорошим приемом, что немаловажно, что нужно иметь очень хорошую подачу, чтобы их выбить и чтобы они играли больше с минусов. Это да. И, конечно, атака с краю от Капустины. Нужно тоже больше блоков делать, и будет проще играть. Первое – это защита, второе – это желание, и третье – дисциплина на площадке своя. Конечно, главный фактор – это то, что мы играем в своем зале, и будут свои болельщики, которые всегда нас поддерживают, за что мы им очень сильно благодарны.